Ребятки, всем привет! Всем привет на канале Пиратская жизнь. Так. Что за пакет? Что за пакет? Домовой. Погоди сам. Так, мы, в общем, решили сегодня никуда не ходить. Вот, что-то какое-то. На улице там погода ужасная, там снег, дождь. Вот. В общем, решили сегодня дома провести время. Я что, знаете, решила? Я хочу разобрать шкафы. Девочки, я хочу разобрать вот этот шкаф. Я хочу разобрать то, что у нас наставлено на холодильнике. Потому что скоро у нас весна. Вот. И скоро у нас будет включать кондиционер. Вот. А тут нужно все убрать. Здесь все нужно разобрать. А ванна уже ворчит. Говорит, только кофе не выкидывай. Но как пойдет. Так. В общем, я уже приготовила пакет. Сейчас будем все. Частично будем что-то все выкидывать. Что-то все выкидывать будем. Частично. Так что вот такие дела. У меня сегодня задача. Так, как вас так поставить-то? И не мешались. Так, вот пакет. Хороший, кстати, пакет такой. Может, оставить? Ну ладно, пакет. Будет дофига. Дофига и больше. Так. Ой, полно у нас здесь всего. Надо разобрать. Так, для начала я хочу все это выставить. Заодно, может быть, все это дело протереть. Так, конфеты. Конечно, знаете, не хотелось бы ничего выкидывать. О, смотри, что нашла. Не хотелось бы ничего, конечно, выкидывать, но жизнь может так заставить. Заставить, заодно надо все протереть. Сколько всяких специй. Сколько всякой хрени. Вот это, кстати, хочу выкинуть. Стоит, очень много места занимает. Букет специй. Так, что у нас тут дальше? Еще один букет специй. Вот так вот покупаешь. В итоге там все стоит, лежит. Что у нас здесь? Чай. Это Вован раздолбал чай китайский. Вот. Это не улун, это там, как его? Зимний чай. Как его? Земляной. Вот. Так, специи, точнее не специи, это мои чипсы, которые я купила. Так, это вот это надо точно выкинуть. Так, вот такие подставочки брали. Нафига они нам, непонятно. Еще одна подставочка. Заодно, видите, надо разобраться. Блин, сколько всякой фигни. Сейчас пока вот сюда поставлю. Так, ну куда поставить-то вас? Во. Не знаю, пока вот здесь поставлю. Вот так, девочки. Да. Что у нас тут? Так. Конечно, мне охота ничего выкидывать, но по-другому просто невозможно. Вот оно все лежит. Так, вот нам тогда присылали. Я боюсь, это уже все просроченное. Что такое? Не знаю, что такое. Так, у меня здесь лежит панировка. Вот я не знаю, есть у нее срок годности? Угу. Так, срок годности. До 15-го года, что ли? А, до 20-го. Короче, она уже просроченная. Я боюсь, там не завидался ли кто-нибудь. Хотя, наверное, скорее всего, такой вот и не просрачивается. Ну, конечно, надо куда-то девать. Так, а что такое? А, там в танке играется. Вот всякую хрень, храню. Вот специи. Вот зачем они мне нужны? Не нужны. Всякие бутылочки. Он говорит, посмотри, может быть, там это, она целая. Нет, она не целая. Это у нас, вот видите, мы из Вьетнама привозили алкохаус. Такой вот. Вов, сделай потише! Ты меня раздражаешь своей игрой. Так. Из Вьетнама штучка. Так, дальше. Вот эту вот хрень, девочки, в первую очередь я хочу выкинуть. Что-то оно стоит, оно нафиг не надо, кучу места занимает. Вот и все. Кружки туда брали. Видите, какие красивые кружки. Это под пиво. Пиво мы сейчас не пьем. Сразу зачем они здесь стоят. Так, это кружка еще одна. Так, вот сколько всего здесь было на первом ярусе. Это нам присылали такие щекулятки. О, кстати, девочки, сейчас можно тут это тяпнуть, пока он не видит. Для настроения.
А это, видите, такие шоколадки. О, с нашими фотографиями. Вообще классно, да? Там маленькие такие шоколадочки. Так, что у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ага, ага. Угу. Мы вот некоторым раздавали такие шоколадки. Нам тогда присылали наши фанаты. Фанаты, да, они у нас есть. Вот. Ну, вот в последнее время, конечно, редко все посылают. Посылы к нам не выселяет никто. Только вот один Василек нас любит, садит. Хотя нет, наверное, не буду. Или буду. Но вообще здесь шоколадки. Кстати, срок годности есть не указано. Ну ладно. Надеюсь, не отравлюсь. Ну это сколько уже? Год-два он уже лежит. Даша присылала из Астрахани. Так, я все помню. Изготовлено с любовью. Вот, кстати, здесь даже написано, кто производитель. Так, ну что, девочки, разбираем, разбираем. Вот стоит одна штучка. Вовка говорит, оставь мне, я попью. А ему нельзя. И вот она стоит, 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 стоит. Ну, я сейчас тяпну. Видите, такая шоколадочка. Выпинул. А, сейчас будет веселее. Прикольная вещь. С клубникой что-то. Ну что стоит? Все кончилось. Есть тут какой-то нечего. Так. Сейчас жизнь заиграет яркими красками. Так, вот у нас для кофе три штучки. Раз, два. Дальше. Вот банка из-под кофе. Точнее, с кофе. Здесь прям буквально чуть-чуть. Вот она стоит, будет стоять, пока она не сдохнет. Так. Здесь. Ну, это вьетнамский кофе. Вот этот я не выкину. Понятное дело. Даже если он просрочен. Он просрочен. Но я его не выкину. Вот. Вот эту фигню надо выкинуть. Так, здесь сейчас надо протереть. То есть всякие специи. Вот сейчас спрашивают, что вы храните вот эту... Ой, блин, с нее сыпется. Что храните ее в коробке? Потому что чтобы было удобнее, понимаете? И чтобы вот когда использовал мельницу... Очень удобно. Вот видите, сколько там всякой фигни. Коробка хоть как-то сдерживает. Так, ой, сейчас надо все здесь вытереть. Так, ладно, сейчас быстренько вытру. И под... Так, здесь я все протерла, пока здесь посохнет. Вот, я что хочу. Пока что надо все выкинуть, что я хочу. Так, для начала, девочки, что будем выбрасывать? Что будем выбрасывать? Вот я сейчас посмотрю. Вот, Вовка, вот нужна мне ступка. Вот нужна мне ступка. Два раза ей попользуюсь и все. Так, выкинем для начала вот эту фигню точно. Я собираюсь выкинуть, потому что я уже давно на нее присматриваюсь. Хочу выкинуть. Когда-то здесь были специи, но она громоздкая, занимает очень много места. Все равно у нас специи все хранятся в пакетиках. Так, дальше. Вот эту фигню тоже хочу выкинуть. Потому что она стоит, нам нафиг не нужно. Так, дальше. Че, вот эту выкидываем коробочку. Дальше. Остатки кофе. Знаете, раньше вот постоянно хранили всякие штучки. Я считаю, это нам не требуется. Вот кофе у нас здесь вьетнамский. Ну-ка. Кстати, много у нас его осталось-то немного. Коробочка красивая, конечно, выкидывать не хочется. Но, блин, девочки, вот так вот каждая фигнюшка остается. И ты думаешь, ой, дай-ка я оставлю, дай-ка я оставлю. И вот оно хранится, хранится. Здесь сколько осталось? О, здесь всего лишь два кофе осталось. Все, отлично. Вов! А здесь осталось два кофе вьетнамских. Вот этот вот белочка. Дай, может быть, я его сейчас заварю. Давай. А коробку выкину. Чтобы он не лежал. Или оставить это, кого-нибудь побаловать.
Опять начинается. Думаю, оставить, не оставить. Так, что выкидываю точно? Васаби. Вот он уже, видите, лежит. Он такой весь уже плохой. Это мне туда присылали тоже. Так, коробочка. Коробочка. Здесь у нас сахарочек. Ну, красивая коробка, конечно. Но, блин, девочки, ну куда ее? Ну, надо все нещадно выкидывать. То, что вам не надо, сразу все нещадно. Вот сухари панировочные для креветок. Вот. Прикольная вещь, но, блин, честно, они уже просроченные. То есть то, что вот такое вот просроченное. Не знаю, вроде, конечно, смотрится нормально. Им оставить, не оставить. Наверное, пока оставлю. Я не знаю, что такое. Так, это приправа Милосянь. Страна Китай. Овсяная из чего? Для чего? Состав продукта поваренная соль. Смесь продуктов, глютамат. О, глютамат, это плохо. Это нам прислали тогда. Вот посылку большую. Блин, не знаю, приправа. Сколько у тебя, Милосянь? Вообще приправы, говорят, долго хранятся. Ой, все, начинается снова. Это я не выкину, это мне надо. Тут я выкину. Что у нас тут еще? Крючки. Стоит. И куда это убрать? Книги вон, видите, какие-то лежат. Здесь вот тоже надо разобрать шкаф. Циновки. Что это? Это от чего? Так. Девушка, это от чего? Может быть, этого у нас уже и нету. Визит Аристон. Это кто у нас был? А, холодильник-морозильник. О, это документы на холодильник. Которого и нету. О, сертификат даже, смотрите, сервисный. Но нам это уже не надо. Поэтому это что? Это отправляется в мусорку. У нас уже холодильника-то нету. Вот так вот. Так, что у нас еще такое? Что это? Перчатки. Что, перчатки что ли какие-то? Господи. Так, а здесь что такое? А здесь у нас приборы. Так, ну что за приборы такие? Пластиковые, что ли? Покажут. Не. Ой, слушайте, это прям старье. Прям старье-старье. Слушайте. Старье, это уже. Это я, по-моему, еще привозила с Гагарина. Все. Девочки, надо выкидывать. Даже не смотреть, даже не выбирать. Лучше потом будет повод сходить, какой-нибудь новый прибор купить. О, видите? О, расхламляю все. Так. Давайте, что такое у нас? Это спесь. Даже Кавказ. Ну, это вот плюмень свеженькая. Подходит для приготовления любых блюд. Сколько стоит. Так, это что такое? Здесь всякие эти. Ой, это такая картиночка прикольная. Может, где-нибудь повесить ее? А что, прикольно? По-моему, от мамы еще. Надо туда наверх слазить. И этот... Поставить часть вот отсюда туда. Что жалко выкинуть. Но точно. Так. В общем, девочки, что хочу сказать. Не экономим, все надо выкидывать частично. И, знаете, вот я лично так вот рассуждаю. То, что вот сейчас тебе не нужно, как говорится, если ты не использовал это больше года, а то и двух, и трех, да, то значит, оно тебе не нужно. И, значит, скорее всего, ты этим воспользуешься. Так что нужно мне еще одно. Так, ладно, пока сейчас быстренько полазю, посмотрю. Сейчас вам наверх залезу, потому что неудобно. Посмотрим, что там. Так, что у нас здесь, на втором этаже? Вот стою, смотрю, знаете, девочки, вот стоит коробочка, да? Вот очень хороший вкусный чай, но она уже пустая. И вот стоят вот какие-то коробочки и так далее. Конечно, жалко все выкидывать, но, понимаете, все вот это вот сильно очень захламляет нашу жизнь. Вот, это вот ручки от этих сковородок. Уже даже таких сковородок у меня нету. Тем более, эти ручки, они поставляются со сковородками. Просто нафига мне они? Нафига? Так. И это что-то. Тут спички всякие разные. Одни, вторые, третьи. Вот, и это что такое? Небивокус.
какой. Понятно. Уже наверняка просрочка. Спички одни, спички другие. О, сколько здесь всего. Так, девочки, дайте-ка я вот сюда поставлю. Вот. Здесь у меня формочки под куличи. Кстати, в этом году можно куличи сделать, потому что может пригодиться. Так, вот из Германии присылали. Надо, кстати, вот эту вот пороть. Что оно стоит? Так, здесь. Это тоже выкинуть. Так, здесь вот всякие штуки. О, сколько всего. О, конфеты с дурианом. Конфеты с дурианом. Уже тоже просроченные. Хрен знает, когда мы последний раз были в Таиланде. У-у-у! Да. Так. Моя сладкая булочка. Так, это надо убрать. А здесь мы протрём. Так. Так. Ой, ребята, иди сюда. Во, видите, сколько. Это писец, ребятки, писец. Вот куда это все? Куда это все? Надо все разбирать. Все выкидывать. Все выкидывать, все. Вот конфеты с дурианом лежат. Их никто есть не будет. Сосачки. Точно никто. Мы их только троллить покупали. Выкинуть. Коробочка. Красивая. Жалко, но не могу. Ой, надо от всего избавляться. Просто, знаете, вот так закрытыми глазами все просто брать и все выкидывать. Вот эти вот штуки тоже. Нафиг. А ведь у меня уже целый тут коробка, целый пакет. Хорошо, кстати, пакет взяла. Вот. Та-ра-та-ра-та. Наверх еще оттуда. Короче, сумасшедший дом. Но надо расхламлять. Все. Так, девочки, пока отключаюсь, пока протираю, пока расставляю, потому что это... Надо подумать, что выкинуть, что оставить. Да. Вот это вот тоже холст. Хрен знает, сколько лежит. Уже холст. Специи вот эту тоже выкинуть. Видите, из достала, из какого-то лапши. Жалко выкинуть. А это надо все выкидывать. Тоже вот холст старый. Конфеты все выкинуть нафиг. Спички, смотрите. Раз спички, два спички. Здесь специи полупустые. Стоят, вон, здесь немножко осталось. И вот они стоят, будут годами стоять. Все. Надо, выкидывать надо. Тут дальше разбираю, смотрите, что нашла. Пермская кухня. Походу, эта книга еще принадлежала моей маме. Потому что, смотрите, я здесь нашла все. Видите? Фотография. Вот. Она тут была. А я тогда, когда на памятник искала, не могла найти нормальные фотографии. Оказывается, у меня есть. Видите? Вот, такое вот, что не восстановить, так сказать, деньгами, вот это вот нельзя выкидывать. А вот все другое, что, так сказать, можно восстановить, я считаю, что нужно. Бумажку какую-то нашла. Что она здесь такое? О! Выписка из отчетной ведомости. Любовь Алексеевна. О, история КПСС. Удовлетворительно. Итак, что у нас здесь? Политическая экономика. Хорошо. Латинский язык отлично, иностранный язык хорошо, физический. Ой, смотрите, какая вообще. Это 68 по 73 год. Она училась. Смотрите, видите? Учебная ведомость. Обалдеть. Смотрите, нашла. Ну как, вот это вот выкидывать нельзя. Анатомия человека хорошо. Микробиология отлично. Вот. Патологическая физиология удовлетворительно. Удовлетворительно. У меня мама-то была, видите? Не отличница. Хорошистка. Вот, удовлетворительно. Фармакология. Гигиена. Отлично. Гигиена отлично, девочки, отлично. Так, внутренние болезни. Зачет. Вообще хирургия хорошо, хирургические болезни хорошо. Так, а здесь что у нас такое? Так, хирургическая стоматология. Она же стоматолог была. Вот, отлично. Ортопедическая стоматология. Отлично. Вот кто не верил, что мама у меня была стоматолог. Вот, смотрите, видите, ее зачетная штучка. Вот, кожные венерические заболевания. Зачет, отлично. Акушерство, зачет. Глазные болезни, зачет. Болезни уха.
Горло удовлетворительно. Хорошо. Ну-ка, что тут у нас? Такой Москва. Ну, смотрите, Москва. Город Москва, 1973 год. Обалдеть, представляете? 73-й. Да, вот так вот. То есть она когда сюда приехала, она долго. Выписка из отчетной книги. Без диплома недействительно. Слушай, значит, где-то у меня диплом есть ее. Вообще, ну-ка, что здесь еще у нас есть в книжке? Обалдеть. Вон, видите, смотрите, у нее фотокарточка Людмила Гурченко. Ой, какая прелесть. Так. Все, здесь больше ничего нет. Пельмени. То есть вот раньше, видите, готовили по таким рецептам. Вот так вот. А сейчас в интернет залез, и все есть. Так, уберу вот эту штучку. Это я выкидывать не буду точно. Говорю, то, что вот нельзя восстановить, а это вот история, это близко к сердцу, это я выкидывать не буду. А всякое там, знаете, кофе там и прочее. Вот например, стоит Бусидо, да? Вот здесь осталось буквально одну ложку. Нафиг его. Бутылку, банку. Все. Так, ладно, пошла дальше. Как приятно. При ностальгии. Видели, мамка, как красиво было? Я вся в нее. Тоже блондинчик был. Некоторые книги есть. Вот. Я пришла к Вовчику и говорю, Вован, давай это... Может быть, это куда-то их сдадим или что-то такое. Вот, смотрите, что нашла. Смотрите. Та-дам! 100 баксов. Говорю, вот так вот повыкидываешь. Я так понимаю, это закладка. Надо, кстати, полистать. Может, еще что есть. Вот, а видите книги какие? Вот «Кухня народов России». Я помню, в детстве ее всю листала, вот эту книжку. Правда, она, по-моему, без... Ой, что это такое? С города Подольска. Шелкова Нина. Нина, поздравляю с новым учебным годом. Желаю крепкого здоровья, хорошего... Так, успехов во всем, терпения. Так, привет. Всего самого наилучшего. Папе, маме, с уважением. Прасковья Васильевна. Ой, Прасковья Васильевна, да. Да. Прасковья Васильевна. Ну, это вторая жена дедушки. Я уж не знаю, она там жива, не жива. Бумажки какие-то. Так, сейчас надо все перебрать. Вон, видите, кухня народов мира. Старинная кухня. Такие. Ну, это уже поновее издание. Девочки, в общем, книги я решила ставить. Смотрите, что нашла. Здесь, оказывается, мама-то у меня стихи писала. «Совсем ты девочкой сюда пришла». С опаской к самому, с опаской к Самсону подошла. Но крепкой маленькой рукой его ты покорила, он был твой. И рядом с ним пошли года, и рядом с ним прошли года. Любимой музыкой была стук молотка. Растила и учила сына, и все сама, хоть и мала. И в... школу успевала и в театр, при всем при этом быть всегда. Красивой, стройной, молодой, вот как сегодня. Красивой, стройной, вот как сегодня, молодой. Да. Ну, это, я так понимаю, она это, заготовка была. То есть у нее, вот видите, как иногда она находила на нее, да, и она писала стихи. О, Господи, мамы-то уже нету, когда у меня было 19 лет. Тогда исполнилось уже. Как быстро бегут года. Как быстро. Так что вот такие дела. Видите, мама сколько-то уже получается? 36 мне. 17. Так, это что такое? Служебное. Так, дата выписки, срок оплаты, телефон для справки. Так, величина оплаты, абонентская оплата, какая-то к оплате того. Так, какое-то уведомление на счет. Телефон у нас был. Так, услуги связи. Услуги связи за август, представляете? Как много-много-много всего прошло. Открытки тут еще не писала Прасковья Васильевна. С уважением, Прасковья Васильевна. Дедушки уже давно нету, дедушка тоже давно умер. Значит, тогда, помню, была маленькая, с мамой ездили туда хранить. Ну, это Прасковья Васильевна там жива была еще.
Это как бы вторая жена дедушки была. Первая жена-то бабушка, она прям очень рано умерла. Маме тогда, по-моему, было что-то 38 или что-то такое. А, нет, маме тогда было 36. Ну, короче, около... Я не могу сказать точно, девочки. Не помню, когда бабушка умерла уже. Дедушку помню. Мне было где-то лет 7. Вот. А так вообще уже, конечно, знаете, очень быстро года пробегают. Вот. Похоронены они в городе Подольск. Вот, потому что у меня мама оттуда была. Вот. У меня там где-то родственники еще остались. Сейчас уже, знаете, вот спустя много-много лет уже не общаешься ни с кем. Как-то вот после смерти мамы практически связь оборвалась. Вот, и все. Потерялись. Ну, вот так вот жизнь идет. Основную часть я уже, конечно, разгрузила. Смотрите, во-первых, я сюда убрала вот то, что частично у нас стояло на холодильнике. Он вообще практически пустой. Вот, убрала здесь вот кое-что. Чем редко пользуюсь, чем чаще пользуюсь. Чай убрала. Здесь немножечко разгрузила, чтобы поменьше было. Ну, полностью разгрузить не получится, потому что постоянно этим пользуешься. Вот, убрала сюда вот чай, сахар, все дела. Сейчас достала все оттуда. Сюда вот тоже, девочки, смотри, что сделала. Здесь выставила крупы всякие разные, видите? Вот у меня стоят рядочком. Вот. Поставила сюда масло, вот, поставила орехи. То, чем вот в первую очередь пользуемся. То, чем пользуюсь во вторую очередь, я засунула наверх. Вот, потому что как бы оно выкидывать жалко. Плюс у меня, вот видите, графин... Ой, нанюхала специи. Графин, и что-то вот он стоял. Вот я его оставила, знаете, делала какими-то там коктейли. Вот я, по-моему, тогда захотела замутить этот, как его, мохито. Вот, я сделала мохито, и было очень удобно. Вот, поэтому я его оставила, но чтобы он пока не пустовал, место не занимал, я в него засунула орехи и чай одну упаковочку. Вот, здесь вот, видите, вот так в рядочек специи, которые нужны Вовану. Кофе не выкинула, оставила. Вот. Это сейчас все дело хочу попробовать запихать вот сюда, потому что у нас здесь вот много места есть, вот, которое, в принципе, у нас не используется. Так что часть сейчас грузим сюда. Будет здорово. Ну так, знаете, вот уже целый этот пакет. Выкинул вот эти вот полотенца, потому что, ну, они стоят, только место занимают. Немножко какие-то грязненькие. Вот, кстати, полотенце, которое вот сейчас использую, да, то есть вот раз, открыл, все, пожалуйста, взял, вот, все. Красота. Чтобы все было под рукой, чтобы ничего не было нагружено. И вот, видите, у нас уже все, свободный, соответственно, холодильник. Можно уже к нему подходить. И плюс вот здесь вот какое-то место есть для всяких вот таких вот мелочей и прочее. Кстати, думаю, вот, может быть, вот в этот сгрузить чай или что-нибудь сюда такое сгрузить. У меня стоит этот стакан. И все. А это вот, видите, все аккуратненько, все хорошо. Главное решиться, главное взять и это все делать. Очки. Та-дам! Все, смотрите, я разгрузила весь холодильник, все убрала, его протерла, оставила тряпочку, чтобы лишняя пыль сюда в него убиралась. Все. Видите, весь холодильник я разгрузила. Это замечательно. Вот. Часть здесь разобрала. Разобрала вот этот весь шкаф, получается, сверху. А убрала все вот в этот. Только что-то у меня здесь громыхало. Смотрите, надеюсь, у меня что-то не упало. Я вроде ничего не упала. В общем, сгрузила сюда кастрюлю, сгрузила мультиварку, мясорубку и вот сверху поставила вот этот вот блендер. Ну, он легкий такой. Ну, то есть, ну, как бы этого, знаете, поиграла. То есть, вот такая крупная техника, которая как бы жалко выглядит, иногда пригождается. Вот она у меня теперь вот здесь вот стоит. Все отлично. Все расформировала. Все замечательно. И все, смотрите. Теперь у меня все пусто. Как говорится, свободно. Здесь вот даже немножко разобрала. Здесь вот тоже, видите. Здесь чай, такие вот приборчики, прочее. Ну, макароны здесь там вся. Вот, надо будет еще здесь вот разобраться. Ну, здесь вроде тоже постоянно пользуешься. Вроде думаешь, куда убирать. Все равно каждый раз пользуешься. Вот, тряпочка тут моя. Вот и все. Смотрите, какая красота. Все. Ну, кто молодец? Я молодец. Ну, он, как всегда, сидел в середине страны. В танке свои играл. А я все разобрала. Потому что скоро сезон.
Нужно, чтобы к кондиционеру не было ничего. Я уже давно собиралась. Теперь смотрите, как здорово вообще. Открыл. Теперь все удобно. Все хорошо. Дык-дык-дык. Сахар, орехи. Все, что надо. Специи. Пожалуйста, выбирай. Тык-тык-тык-тык, мельница. Все, что надо, все есть. Видите? Все отлично. Вот. Ну, а вот это вот, так сказать, утварь, это уже прошлый век, это уже давно пора было выкидывать. Все, моя хорошая, всех люблю, всех целую. Кто молодец, я молодец. Пойду закажу вкусняшку на ужин. И будем ужинать. Все, увидимся в следующем выпуске. Спасибо всем, пока. Сходить на мукбанк отметим.